Всем привет! Вот наш мокрый Томочка. Видите, как смешно он мокрый. Голова. Он у нас опять искупался в поилке. Я его забрала, отмыла. Потому что сейчас у меня вечно то времени, то сил нету. Вот сейчас включила ему лампочку. Он сидит, загорает. Тут он кошечка пришла. Сейчас он будет истерически орать. Потому что кошечку мы не очень жалуем. Да, кисонька? Ну, кисонька пришла. Томочка ее не любит. А Ливсик, скажи, я всех люблю. Да, Ливсик? Не всех. Не, видите, когда на присаде видно высоко, спокойно себя чувствует. Сидит себя спокойно. Она Аркашенька присматривается. Ну, Аркаша больше присматривается к тому, что Алиса ест, чем кошечки. Да, Аркашенька? Тоник, ты наша зеленая птичка. Мокрая. Ой, скажи, скучно с вами. Короче, мы его утомили. Ему с нами скучно. Да? Макрюндель. Как мне нравится, как он надувается. Такая важная птица. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!